Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Наконец-то в этом видео мы рассмотрим одну из рыбку пираньевых, которая называется красный паку. Очень давно хотел снять обзор на эту рыбку, и только сейчас у меня дошли руки. Красный паку – это аквариумная рыбка семейства карациновые. Это рыбка из семейства пираньевых рыб. Другое название этой же рыбки – красногрудный паку или двузубая колосома. В живой природе обитает в водоемах, расположенных в дельте реки Амазонки. На родине этот вид является объектом рыбного промысла, и сейчас вы поймете почему. Брюшко и плавники рыбы покрашены в красный цвет. Именно по этой причине он получил свое название как красный паку. В естественной среде обитания длина тела паку достигает 90 сантиметров, а вес до 25 килограмм. Но в аквариуме размер и вес меньше, максимум может достигать от 40 до 60 сантиметров в длину. Продолжительность жизни красного паку в живой природе достигает около 30 лет. Но в аквариуме, как правило, живут около 10 лет. Несмотря на то, что красный паку относится под семейство пираньевых, это не агрессивные рыбки. Они обладают миролюбивым нравом при правильном содержании и кормлении, о котором мы подробнее поговорим чуть ниже. Для содержания паку необходим аквариум, имеющий очень большие размеры, из расчета 100 литров на одну особь. Помните, что эти рыбки стайные, и их лучше содержать стайкой от 5-7 особей. Соответственно, и аквариум должен быть 500-700 литров. Увы, зачастую в офисах и других подобных заведениях в аквариуме с паку не увидите больше 2-3 рыб, что, соответственно, сказывается на неестественном поведении этих рыб. Растут красные паку быстро, буквально на глазах, особенно в хороших условиях содержания. Кстати, вода в аквариуме должна быть, соответственно, отстоявшейся, и параметры ее должны быть следующие: 22-28 градусов, pH от 6 до 7. Важно, соответственно, обеспечивать ее подмену воды 30%, как обычно, еженедельно, а также аэрация и фильтрация воды. Не следует высаживать живые аквариумные растения, поскольку красный паку быстро их съедает. Поэтому для оформления аквариума, как правило, используются искусственные растения, а также паку необходимо обеспечить пещерные укрытия, которые будут соответствовать размеру этой рыбки, то есть какие-либо гроты. Кормление. В основном рыбки питаются кормом растительного происхождения, и такой рацион должен составлять примерно 90% от общего рациона. В качестве живого корма можно применять как мотыль, так и каретру. Однако его не стоит давать постоянно. Скорее он подойдет как дополнение к основному рациону, к основной пище. Что может быть подано красным паку из растений? Это листья крапивы, одуванчики, салата, овсянки и других овощей. Обязательно нужно обдать кипятком каждую растительную пищу, которую вы будете ему подавать. Кстати, они хорошо едят мясо, скажем, курицу или говядину. Но помните, что при частом кормлении красных паку мясом их характер сильно меняется. Появляется агрессия и даже кровожадность. Разведение. Половые отличия едва заметны. Самки немного крупнее самцов и имеют несколько иную форму брюшка. К 1-2 годам у красного паку наступает половое созревание, но без инъекции разведения, увы, невозможно. Стоит отметить одну интересную особенность, что в нерестовике количество самцов должно преобладать над численностью самок, как бы это странно ни звучало. На этом все, мои дорогие друзья. Этот обзор подходит к концу. Задавайте вопросы, ставьте лайки, не забывайте. Если у вас есть какая-то еще подробная информация или интересная информация, дополнение к этому видео, обязательно пишите в комментариях. Я буду с удовольствием читать и просматривать ваши комментарии. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч, пока! Обязательно подпишитесь на наш канал.